Всем привет! Сегодня приготовим вкусную ягодную глазурь без варки и без сырого яичного белка. К тому же такая глазурь готовится очень быстро. Для глазури нам понадобится любое ягодное либо фруктовое пюре. Можно использовать готовое, а можно сделать самостоятельно, это очень просто. Если ягоды замороженные, то размораживаем их любым удобным способом, измельчаем вручную либо с помощью блендера, а затем протираем через мелкое сито. Ягоды и фрукты используйте по своему вкусу, более кислые либо более сладкие. Также можно сделать микс и соединить несколько видов пюре. Пюре готово, теперь сюда добавляем сахарную пудру. Сахарную пудру желательно использовать с самого мелкого помола, для того чтобы глазурь получилась идеально гладкая. У меня пудра обычная, я ее делала сама в кофемолке. Смешиваем массу лопаткой или венчиком. Миксером желательно не пользоваться, иначе будет много лишних пузырей. Количество сахарной пудры может уйти разное, зависит от того, каким слоем вы хотите покрыть кулич. Если это более тонкий слой, то тогда уйдет меньше сахарной пудры. Если более толстый, то соответственно больше. Консистенцию и характер подтеков можно проверить на стенке чаши. Если они спускаются быстро, то значит лучше добавить еще немного пудры. Вот такая консистенция меня устраивает. Наносим ее на полностью остывший кулич. Уже минут через 10 глазурь перестает липнуть к пальцам. Выглядит она достаточно нарядно, поэтому я думаю, что легкой посыпки сверху будет достаточно. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, видео было вам полезным.